Здравствуй. 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 Да надо. Да я сейчас поверю. Здесь дальше вот находится в каждом из вот этих кубов земля из городов героев. Пойдем и почитаем. А дальше посмотрим на тот обелиск. Я вам расскажу про тот обелиск. Должен сказать, что Родина больна сейчас, но мы верим в то, что она выздоровеет, и мы верим в то, что Россия воспрянет снова и будет образцом для всего мира. Короткие волны днем и короткие волны ночью, как распространяются. По бортам установлены еще два пулемета Калашникова, танк. То есть на машине три пулемета. На машине установлена система запуска дымовых гранат. 6 пусковых установок по бортам башни, по 3 штуки, которая позволяет производить запуск и постановку дымовой завесы на дальность 250-300 метров. Зарядить все как положено. Стреляет 10 человек одновременно.
Остальные, но не друг друга. Остальные будут находиться два шага назад. Для безопасности. После чего мы с вами, когда по моей команде пойдем посмотрим, кто сколько выбил, да, сколько выбил очей. А в конце стрельбы подведем итог. Кто шампанское получит, кто там стреляет. Два шага назад. Так, внимание! Внимание, заряжай! Ну, слава богу, хоть попал. Да, ну не попасть в такого расстояния, срам, но... Вот 8 и 6. А десятку кто? 14. Это предыдущий. Ой, вот. Сегодня вы выполняли первое упражнение одиночной стрельбы из пистолета Макарова. Вольно. Цель была и вспомнить, как вы раньше владели хорошо оружием. Надо сказать, что цель достигнута. Все попали или не попали, но пытались попасть в мишень. Попытка – это большое дело. Поэтому командование курса «Выстрел» поздравляет вас с успешным выполнением первой одиночной стрельбы из пистолета Макарова. Ура! 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 Товарищи, по старинному обычаю российских кадетов и суворовцев, лучшие стрелки получат настоящие призы. Первое место завоевал атаман двух выпусков Донского кадетского корпуса Александр Васильевич Алперов. Лидия Евгеньевна Мистулова. Я думаю, Нина Ивановна, пожалуйста, приз вручите ему. Разрешите бывание на наших курсах выстрел вручить всем вам за успешное выполнение стрельбы и за то, что вы выдержали с утра и вот до этих времени без нытья. Выдержали стойко, так? Вручить вам значки курса выстрел. Здесь видно, написано, что вы все стреляли в ваши мишени. Традиции русского офицерства. Когда я собирался ехать на эту встречу, то организаторы этой встречи, наш центр кадетской связи, меня попросил предложить несколько тем. Я им предложил несколько тем,
Но эту тему я не предлагал. Эта тема, по-видимому, была отсюда предложена. Но я ее с большой охотой принял. Это я просто хочу объяснить, так сказать, становление этой темы. Я тут название, точное название этой темы уже узнал здесь, когда прибыл сюда, в Москву. Для того, чтобы развить любую тему, мне кажется, что лучше всего сперва сделать краткий анализ тех понятий, которые эту тему составляют. Значит, моя тема – традиции русского офицерства. Первое понятие – это традиции. Что это такое традиции? Традиция – это русское слово, которое взято из латыни. Традиция происходит от латинского сложного глагола «традире». «Дире» – это «давать», а «тра» – это «пере», то есть это «передавать». Традиция – это «передача», традиции – это «передачи». Но это слово имеет определенный смысл, это не любая передача. Это передача по цепочке. Это как бы какая-то эстафета. Причем она имеет отправную точку. Любая традиция имеет отправную точку, из которой она исходит. Потом она развивается, обогащается, или беднеет, или прекращается, или прерывается. Все может случиться. Но она всегда с чего-то начинается. Так как это слово латинского происхождения, то можно взять для иллюстрации пример того же Рима. Римляне были очень традиционным народом. Вряд ли в истории человечества можно найти более консервативный в этом отношении народ, чем римляне. Пожалуй, частично англичане приближаются к ним в этом отношении. Так вот, римляне, они все свои традиции выводили из самого начала Рима, из зачатка римского государства. Об этом говорит Цицерон в своих произведениях о государстве, о законах, когда он говорит, что все наши традиции, а он всегда подразумевал, как и все римляне, под традициями, в первую очередь традиции политические, но не в нашем сегодняшнем запачканном смысле этого слова, а в смысле государственности. Так вот, он говорит, все наши государственные традиции происходят с момента основания Рима. И он даже их уточняет. Он говорит, когда Ромул создал два первых учреждения нашего государства, то есть Сенат и Акуров. Но это другая тема, хотя она может быть не очень интересна, но она нас уйдет очень далеко от нашей темы. Но я только хотел сказать, что традиция начинается с чего-то. Кончится она может по-разному, но начинается она всегда с какого-то конкретного начала, в большинстве случаев с какого-то государственного учреждения. Теперь чисто социологически, традиции – это не только то, что передается, но это тоже какая-то социальная сила, это какой-то социальный фактор, который как бы цементирует общество на протяжении поколений. В западном мире существуют современные философы, мыслители, которые специальные работы посвящали этой теме. Я не буду вдаваться в детали, и у меня нет под рукой этих справочников, по которым бы я мог это все процитировать. Но я только хочу напомнить один такой пример. Это такой испанский философ Каллигари, он ученик был другого великого испанского философа Ортега и Гассет, которого многие считают самым крупным философом нашего 20 века, он умер в 55 году. И Ортега и Гассет, он сказал, что все общество зиждется на каких-то нравах. Но нравы, оттуда слово нравы происходит по латыни морес, оттуда мы имеем мораль, а по-гречески это было этос, оттуда происходит этика, так что и этика, и нравы, и мораль, это все одно и то же значит. Но он это
трактует социологический лидер каких-то как бы обычаев, в рамках которых мы рождаемся. Мы рождаемся в рамках своего языка, своего народа, который имеет какие-то обычаи, песни, фольклор, какие-то привычки. И он говорит, что эти обычаи и нравы, плюс верования, но не только в религиозном смысле, а вообще такие коллективные верования народа, и составляют ту сердцевину историческую любого народа и любого государства. И он говорит, счастливо то государство и тот народ, которые имеют и сохраняют свои собственные верования и свои собственные нравы. Когда они их теряют, они теряют свое собственное счастье. И вот его ученик этот, Калигари, он говорит, что кроме, Артега сам говорит тоже, что кроме этих верований и кроме этих нравов, есть еще разные домыслы. Человек что-то надумывает, что-то продумывает. Это его идеологии, его доктрины. Но он в них не верит, потому что он же сам их и создает. А его ученик Калигари говорит, что традиция является чем-то средним между теми и другими. Традиция – это что-то среднее между верованиями, в рамках которых мы рождаемся, и между домыслами или идеями, которые мы сами создаем. А традиции являются как бы связующими звеном между этим. Но это немножко сложная философия и социология. Я только хотел вкратце указать, что это слово имеет тоже свое значение, это понятие имеет свой научный интерес, и он разрабатывается, но это уже отдельная специальная тема. В истории нашего государства поэтому мы можем сказать, что наши традиции, и в частности русского или российского офицерства, начинаются точно таким же образом с самого начала нашего государства. Мы, к счастью, можем проследить истоки нашего государства, потому что они были записаны нашими летописцами. И мы знаем более-менее, как это все произошло. Даже, я бы сказал, мы знаем довольно точно. Так вот, первым шагом для становления и для учреждения нашего государства явилась речевая сходка в Новгороде, где новгородцы, как говорит летописец, сами в себе решат. Сами себе решали. Это было действительно какое-то суверенное, как сегодня говорят, волеизъявление. И они, значит, призвали общего князя для всех восточнославянских племен. Вначале это были только кривичи и новгородские славяне. Только славяне имели своих князей, то есть правителей, ну, по племенам. Это было племенное и родовое устройство. Это еще не был государственный строй. А тут впервые появляется надплеменной, надродовой строй, то есть государственный. И они говорят, поищи себе князя, и все на это обращают внимание, что вот, мол, поискали князя. Но не обращайте внимания на вторую часть этой фразы. А она является утвердительной фразой и является правой точкой наших традиций. И эта вторая половина фразы гласит, дабы правил нам по праву. И нас сейчас многие политиканы учат, чтобы мы брали какие-то примеры из каких-то 39-х земель право и государство создавать. У нас государство было и создано с первого момента с этим идеалом. Наше государство было создано для того, чтобы нами правили по праву. И это есть первая отправная наша традиция. И эта встреча, задуманная уже давно, была, как говорится, создана центром кадетской связи, который находится в Сан-Франциско, и его руководителем Алёшей Ермаковым, который как раз теперь...
сделал и воплотил в жизнь сегодняшнюю встречу. Безусловно, со стороны наших друзей и доброжелателей из Москвы участвовало очень большое количество лиц, которые так тепло, господа, нас встретили здесь. Ура! И вот кадеты с одной стороны рубежа и с другой стороны рубежа соединились в одну семью. И это действительно историческое явление. И здесь, в этом месте, безусловно, когда-то будет построен монумент, который засвидетельствует дело пионеров возрождения России, о которой и мы, и вы всегда думали, всегда говорили, и, может быть, зачастую по-разному, но лелеяли в своем сердце. Это было не раз, это будет не раз. В душе ветре глухой и упорной, как всегда от меня ты теперь отреклась. Завтра знаю, вернешься покой. Мой враждующий друг, брат мой схваченный темной любовью, если стоны любви будут стонами ему, поцелуй окрашенный кровью. Поцелуй окрашенный кровью.